Сегодня хорошая погода, и решил выехать на рыбалку. Ловить рыбу буду на воблер и кормушку на карась. Хочу закинуть воблер в то место, где мне показалось, что там играет щука. Раз, схватила. Тащу ее, сейчас вытащу. О, вот тяжеловато. Хорошая, наверное, рыба. Так, вот, видим, какая рыба. Ох, какая живучая она. Хорошенько, грамм около 800. Снял эту щуку с крючком. И давайте поближе глянем, какая она. Сегодня мне пришлось ловить рыбу воблером на щуку. И кормушкой карась в основном попадался. Давайте посмотрим, какая рыба у меня. И заодно я взвешиваю, сколько ее весит. Вот здесь карась и щуки есть у меня. И общий вес, как мы видим, 3 килограмма 600 грамм. Сегодня хороший улов у меня. Это все наловил где-то за 4 часа. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю богатого улова, всего доброго, до свидания.